25-я серия. Шахерезад, видящая на праздновании Анура рука об руку с бывшей девушкой, не знает, что ей думать. Фюсун, узнавшая, что ее муж продолжает видеться с любовницей, закатывает скандал. Зафер больше не может скрывать свой интерес к Смелек. Нагиде рассказывает Бурхану о решении Шахерезад и Анура пожениться. Бурхан хочет поговорить с Шахерезад наедине. Двадцать шестая серия. Раненого Анура везут в операционную. Все мчатся в больницу. Шахерезад в шоке. Фото Бену в журнале становится причиной ссоры Керема и Севаль. Бену несчастна. И видя, как Севаль относится к ней как чужой. Натянутые отношения между Переде и Шахерезад продолжаются и в больнице. Керем в отсутствии Анура работает за троих. Чтобы справиться с Ходингом и найти нападавших, Севаль за младшего сына отправляется в дорогу. Джансель ждет ребенка, а Ликималь доволен жизнью. Из-за безумной траты денег Гани ожидает тяжелые времена. 27-я серия. Искренние признания Шахерезад разбивают Керему сердце. Бинур перестает надеяться, что у них с Керемом что-то получится. Сдавленность Керема заставляет Севаль беспокоиться. К карьерным успехам Анура прибавляется еще один. Джансель может потерять ребенка, поэтому Аликималь решает опять уйти из дома. Переде не может помешать свадьбе, но делает Шахерезад важное предупреждение. Анура приводит в бешенство решение Шахерезад. Севаль старается сблизить Керема и Бенур. Несмотря на протесты Шахерезад, Мехрибан отправляется искать новую работу. Решение Бурхана по поводу наследства очень удивляет Шахерезад. Влюбленные считают это дни до свадьбы.